наше движение вот примерно так же интересно, неожиданно создавалось, родилось из идеи, и вот сейчас каждый день обрастает все новыми и новыми партнерами. Значит, у нас сегодня запущен сайт тоже, значит, с частичными, но важными функциями russia-ost.ru, где мы предлагаем регистрироваться активным гражданским группам по всей стране. И у нас, в общем, начинается некая деятельность, которая по ходу дела вот, формируется в что-то цельное с точки зрения там, представления интересов каждого из наших участников. У нас нет как такового там оргкомитета или рабочей группы, у нас все кто, что-то как-то делают, дополняют друг друга и движутся дальше. Нам кажется, что очень большой разрыв между властью, чиновниками, государством и простыми людьми. Ну, простыми в каком смысле? В каком-то смысле очень даже непростыми, которые ведут каждый день борьбу за себя, за соседей, за свои интересы. И часто проигрывают в этой борьбе. И часто их просто, так сказать, плохо слышно. А слышно в основном, значит, ту борьбу, которая там завязана на политике, и то, что мы, так сказать, наблюдаем сегодня. И наша задача поднять этот голос вот со всей России, найти этот голос, поднять, мотивировать тем, что это не безнадежное дело, и создать некое, так сказать, общее движение за большую структуру гражданскую. Значит, мы думали над тем, как это могла быть структура, на чем базироваться, потому что для каждой идеи нужна институция. Вот в качестве такой институции мы предлагаем реформу Общественной палаты. Общественная палата сегодня – это орган при президенте. Соответственно, там, по многочисленным законодательным актам именно президент вправе и реформировать Общественную палату. Значит, идеи о реформе Общественной палаты звучали. Значит, нам кажется, что это должна быть структура по всей стране с региональными представителями, представительствами в городах, с площадками, дома культуры, кинотеатры, там, любые другие, так сказать, здания местного, так сказать, местной инфраструктуры, где люди собирались бы и обсуждали свои насущные проблемы. Вся эта Общественная палата снизу доверху должна быть и выборной. Это должен быть институт доверия полного, и эта выборная система должна вести снизу доверху, собственно, до Федеральной общественной палаты, где уже люди бы, так сказать, были бы делегированы не там, точкой зрения президента на текущий момент, а от народа, от гражданских инициатив. Значит, кроме того, мы считаем необходимым общественные советы разнообразные при министерствах и ведомствах расформировать. Редкие из них, ну, например, там, при МВД, редкие из них добиваются ну, каких-то более-менее нормальных результатов с точки зрения их деятельности, с точки зрения их смысла, вот, зачем они созданы. Но в основном это там, либо кормушки, либо, так сказать, там заседают родственники или друзья по бизнесу тех, кто в этих ведомствах и работает, или там в местных органах власти, там, так сказать, в региональных министерствах. И с нашей точки зрения эта институция не работает. И если, так сказать, наша программа выборности снизу заработает, то, конечно, вот это гражданское общество способно делегировать полноценные группы гражданского контроля за деятельностью, так сказать, этих ведомств и органов власти. Мы попытаемся собрать под этой инициативой как можно больше голосов. Если это получится массово, проведем гражданский форум, и тогда уже вот в этом нашем меморандуме с этими требованиями будем уже обращаться к тому, кто сможет эту реформу провести. Профсоюз и, значит, уже является некой прослойкой между чиновниками и людьми, простыми, скажем так, в плане трудовой деятельности, трудовых соглашений. Вот. И на сегодняшний день профсоюзное движение, оно есть, оно вроде бы как развивается. Профсоюзы тоже разные, есть профсоюзы независимые, есть профсоюзы, которые хорошо устроились, все хорошо у них. Вот. Но
рассматривать, как это правильно сказать, контроль, как общественный контроль, здесь можно сказать, что профсоюзы должны все вот эти начинания поддерживать с точки зрения работника и работодателя. Это тоже входит, в принципе, в тот же диалог между простыми людьми и чиновниками. Поэтому достаточно интересный проект. Мы тоже решили в нем поучаствовать. Вот. И надеемся, что другие профсоюзы, которые посмотрят программу, которые почитают то, что значит, приготовили, они присоединятся к нам тоже и будем действовать заодно. Движение «Доктрина 77», в принципе, мы, ознакомившись с манифестом, поняли, что многие методы и подход совпадают с тем подходом, который есть у нас. Очень интересно развитие было движения, потому что после выступления Ивана Охлобыстина в стране у нас почти больше, чем в 40 городах стали появляться союзы. Они основывались не каким-то движением или руководством сверху, это была самоорганизация людей на местах. Мы считаем, что действительно основа благополучия России в гражданском обществе, поэтому сейчас мы готовы поддерживаем те идеи, которые остальная Россия предлагает, вот, и, в общем-то, готовы в дальнейшем сотрудничать, развивать гражданское общество в том формате, который существует здесь. Мы не хотим участвовать в политике, и, по сути, как Иван Иванович высказался, мы не будем участвовать в движении, если оно начнет склоняться к той или иной политической силе. Я не являюсь одним из организаторов этого движения, а воспользовавшись словом 19 века, я симпатизант этого движения. Я сам из регионов вышел, из дальних-дальних. Я родился в Владивостоке. Давно, правда, живу уже в Москве и до сих пор отлично понимаю, поскольку дом у меня открытый, а друзей много, то я отлично понимаю, что то, что мы здесь с вами иногда принимаем за общественное мнение, таковым не является в целом. Общественное мнение в остальной России иное, то, а представителей у этой истории маловато. Молчат иногда эти люди, помалкивают себе. Вот, например, повестка дня Болотной. Она в каких местах она хотя бы пересекается с тем, что мне рассказывают мои друзья, живущие в Владивостоке, продолжающие жить? Да ни в каких. При этом при этом создается впечатление, что это и есть выразители живого, боевого и прогрессивного. Эти выразители живого и боевого договорились уже, с одной стороны, до того, что надо ввести социальный выборный ценз, потому что они умнее, лучше и так далее. А что эти токари будут там голосовать с фельдшерами? Пусть у них будет 0,5 голоса, а у меня 1,5, говорит активист и ресурса. Бриллиантовая рублевка, что ли, в этом духе. У них символ очень смешной. Бриллиантовая ленточка. Какая белая ленточка, она не бриллиантики. Шикарная штука. В своей откровенности эта девушка, это Ольга, которая организовала это, она переплюнула всех. Следующая девушка, которая, на мой взгляд, всех переплюнула. И что меня затянуло в эти ряды? Такое вот чувство, да? Следующая девушка, которая всех переплюнула, это, конечно, Собчак. Шикарный текст у нее есть, обалденный текст, в котором она говорит, конечно, токарь, это, конечно, интересно, но я-то глубже, шире, выше, образованнее, умнее и талантливее. То есть в этой армейской шутке «умные налево, красивые направо» она растеряется. Она, бедняга, растеряется. Как же ей, разорваться ей, что ли, в этом смысле? И вот это свинство и неуважение, которое на меня валится с точки зрения вот этого разделения. Мы белая кость, у нас жемчуг мелкий и все остальное. И непонимание, а чем там живут? У меня там друзья приезжают, мелкие бизнесмены, они мне говорят, слушай, за эти 7 лет я впервые не свел концы с концами, я по налогам. Потому что упрощенка действует. Упрощенка уже действует, но за это время кризис ударил, и деньги другие, и так далее. Вот сейчас многие здесь, в Москве, вообще не понимают, что я сказал. Что я сейчас сказал вообще? Какая упрощенка? Демократия. Путина дало, еще что-то такое. Значит, у меня разные друзья, у меня есть олигарх Лайт. Я говорю, что ты ходишь на Болотную? Тебе-то что там делать? Петя,
А он мне отвечает совершенно спокойно. Ты знаешь, говорит, я вот еду по этой самой, у себя по Рублевке, да, вот упираюсь в шоссе. Это не один, так второй. Вот еду, все перекрыто. И я стою, денег у меня вагон. У меня все отлично. Они перекрыли, а они едут, а я стою. Мне это надоело. Во всем мире деньги рождают власть, только в России власть рождает деньги. Я против этого. Поймут, что я сейчас сказал, и что сказал мой приятель, там где-то, в остальной России. Боюсь, что не все. Боюсь, что эти ощущения, тактильные, я бы сказал, ощущения того, что там и что здесь, настолько различны. И так мало людей, которые готовы это как-то на это реагировать. А мне, например, хоть я и не токарь. Я не токарь, но мне тоже не хочется так, в такой стране жить. Мне, например, совестно просто. Я так не считаю. Я думаю, что все равны. И в избирательном праве, в праве на образование. Да, равенства не будет, понятно. Все, проехали. Но совесть-то никто не отменял. Я поддерживаю цели и задачи, которые декларируются организаторами остальной России. Мне кажется, они поставили вопрос совершенно правильно. Меня, например, мое внимание к этой организации было привлечено после того, как я прослушал по «Эху Москвы» программу, которую ведет журналист очень хороший Евгений Альбац, который принимал участие глава Левада-центра, который сказал так: «Те, кто против Путина, это образованная, качественная, самая лучшая часть общества. Те, кто за Путина, это абсолютно невежественное, ну, типа быдло. Ну, да. Быдло. Я не социолог и не провожу подсчеты реальных симпатий и избирателей. Но сама постановка вопроса такого рода, такое высокомерие, показала мне, что есть какая-то одна Россия, на которую они претендуют. И есть остальная Россия, в которой проживает порядка 100 с лишним миллионов человек. Остальная Россия, которая не хочет подчиняться группе численностью пусть даже несколько десятков тысяч человек и не понимает, почему эта группа должна диктовать ей свою волю. Остальная Россия хочет демократии, остальная Россия хочет свободы, остальная Россия хочет свободы средств массовой информации, остальная Россия истекает кровью, в отличие от тех, кто выходит на Болотную, который максимум у них, может, кошельки истекают иногда у организаторов этого митинга. Я работаю на Кавказе. Я постоянно хороню своих друзей, убитых в Дагестане. Последний раз я был на похоронах Хаджимурата Камалова, организатора газеты «Черновик». Участники митинга на Болотной, ее организаторы даже не упомянули человека, который для Дагестана являлся чем-то вроде Мартина Лютера Кинга, который мог найти общий язык и с вооруженной оппозицией в лесу, и с президентом Республики Дагестан. Остальная Россия для Болотной не существует. Не существует просто. Я за остальную Россию, которая осточертел диктат номенклатуры, диктат бюрократии, но которая совершенно не хочет, чтобы Пархоменко, Шендерович и прочие, плясавшие на развалинах Советского Союза и получавшие от этого дивиденды, люди приходили к власти и торжествовали. Мы хотим свободы, мы хотим демократии, мы хотим справедливости. Мы не хотим, чтобы ревенанты 91-го года, я пользуюсь термином из романа Юрия Мамлеева «Шатуны», ревенанты – это не до конца умершие, но возвратившиеся, чтобы они... Ну, типа зомби, хотя Юрий Витальевич в это вкладывал еще более содержательное понятие. Это не до конца зомби, это как бы зомби, но обладающие собственной волей. Чтобы они диктовали живым людям остальной России то, что она должна делать.